арбитров я тоже понимаю, им драки абсолютно не нужны. Итак, фрагменты всего матча. У нас аж целых 10 шайб было в нынешней встрече. Для начала я скажу о том, как изменилась турнирная ситуация. Русские витязи поднимаются наверх. И поднимаются они, знаете, куда? Они поднимаются, ну вот, на 6-е место. Теперь 5 матчей, 6 очков. Обгоняют они команду СКА «Варяги» и обгоняют они МХК «Спартак». Ну, а «Тайфун», собственно, остается, как и был, на 12-й строчке. Уже 5 встреч, 2 набранных очка. Что команды ждет дальше? Ну, во-первых, игра завтра, которую мы тоже будем транслировать. «Тайфун», «Русские витязи», также в 5:55 по московскому времени начало трансляции. Потом «Тайфун» будет принимать «Капитан» 18 и 19 числа. Встреча уже будет здесь, по Москве. А после этого «Тайфун» поедет на выезд. Играет с командой ОРГ «Юниор» и с командой «Рига». «Русские витязи», ну, понятное дело, с кем играют завтра, 18-19 числа встречаются с сахалинскими «Акулами». Потом, кстати говоря, ну, полетят домой, понятно, а вот оттуда отправятся в Питер на встречу со СКА 1946, из Питера в Москву на матч с московским «Динамо», а следующие домашние встречи уже в Питере будут 6 октября. Вот такой календарь ждет команды в ближайшее время. Семен Демидов 1-0 с передачи Николая Смирнова и Макара Агафонова. 2-0 Дмитрий Зайцев, Зубов, Буринов в ассистентах. Сергей Шушков 2-1, Елизаров, Ужегов. 3-1 Захар Бардаков, Вячеслав Сараев в ассистентах. Дмитрий Козлов 3-2, Глеб Зайцев помогал забивать. Никит Малухин 3-3, Сергей Шушков в ассистентах. Егор Зубов 4-3, Бардаков, Буринов помогали. 5-3 Бакластов, Буринов в ассистентах. Зубов 6-3, Зайцев помогал. И последний